Вот играет как у нас тут. Сегодня среда. Сейчас Ната Виктор готовит хлеб. Ну, замесила. В это время вот решили тут мячик покидать. Василиса пришла Инчук покачаться. Видишь, как интересно в лагере. Виктор, а где, на какую картошку ушли? Я поехал туда, где садили, там за батюшкой никого нету. На Саманный, наверное, там же у нас 3 сутки. Примерно. Ну откуда бы я знал? Ты вернулся, вокруг огородчика проехал, и там никого нету. Там же сажала Новикова Татьяна. Но я не об этом спрашиваю, я не мог найти. Ну понятно, я вам объясняю, почему. И там осталось у нас. И мы... Да что объясняешь? Ты, я сказал, я еду, ты бы сказал, что туда-то. Почему молчал-то? Ну представь, я там такая грязюка, я едва-едва пешком прошел. Кричал, кричал, лес один. Барабашева кошка там ходит. Я не знал, что вы поехали-то. Вот как. Вот как раскачалась. Василиса. Василиса. Вот они наши сестры как отдыхают. А это кидает Лиза Устинова. Из деревни пришла. А это наши все лагерные. И тут интересно. Ну остальные ушли на картошку и пасти. Любят пасти. Ребятишки отпрашиваются.